Всем привет! Недавно я решила найти работу художника-иллюстратора или аниматора. Нашла хорошее приложение, которое рекламировать я не собираюсь. И пока я жду ответ на заявки, я решила пилить себе портфолио. Одну из работ вы можете наблюдать на фоне. Я вдохновилась искать работу, делать портфолио и увеличивать свой скилл рисования благодаря таким каналам, как Geekty и SG Speak, которые дали мне неплохую мотивацию и советы. Если говорить о будущем канала, то я уверена, могу сказать, что я бросаю меме. Да-да, я знаю, что большинство подписчиков смотрят меня как раз-таки из-за них, но также могу сказать, что это будет компенсировано анимациями под клипы или их отрывки, что в сути одно и то же. У меня есть много идей и сюжетов для раскрытия персонажей, как моих хост, так и персов крипипасты, через те самые клипы или небольшие сериалы. Возможно, рубрика «Разбор персонажей Metal Family» я продолжу. Пока что я застряла на отце Глэма, потому что он довольно-таки сложный персонаж для меня. Хотя многие сделали такие видео уже до меня, мне самой интересно их разбирать, с учетом того, что я никогда не смотрела чужие видео. Любопытно искать вещи, которые многие зрители упустили из виду, и порассуждать на эту тему. Сериал «Крипи» набрал всего лишь 50 плюс лайков, что очень обидно. Ведь это даже не половина от общей суммы предыдущих видео. И да, я знаю, что я очень резко переключаюсь с одной темы на другую, просто я не смогла придумать хорошие переходы. Так, что насчет «Крипи»? Я очень сильно старалась, рисую его. И люди, которые мне помогали, тоже. Поэтому я бы хотела, чтобы проект соответствовал моим ожиданиям. Кстати, спойлер. Две последующих серии вообще никак не будут связаны со сценарием. Будет что-то типа ОВА, как в аниме. А затем я буду пилить второй сезон, в котором, ну, очень будет бомбезное начало. Ну, раскрытие персонажей, кроме Миднайт, тоже будут. Я бы очень хотела сделать акцент на Тики Тоби, на самой, конечно, Мид, на ее истории о прошлом. И, наверное, кто-то еще будет, я еще не обдумывала это настолько сильно детально, но пока что у меня время есть, и поэтому я буду обдумывать. Логично? Логично. То чувство, когда у тебя закончился сценарий, тебе пришлось думать своей головой. Ссылки на другие мои соцсети в описании под видео. Переходите по им и следите за новостями канала. Также сейчас я коплю на графический планшет, поэтому я была бы рада, если бы вы заказали у меня пару артиков или анимации, и тем самым помогли продвижению канала. Личка всегда открыта. А на этом все. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои классные комментарии и рассказывайте обо мне своим родным и товарищам. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч.